Всем привет! Сегодня у нас обзор LEGO Creator. Обзор конструктора номер 31030. И это у нас гоночный карт. Карт сам по себе гоночный, поэтому он гоночный в любом случае. Из этого набора также можно собрать дополнительных два набора. Две модели еще. Это погрузчик и это квадроцикл. В комплекте у нас два набора деталей, три инструкции, квадроцикл, погрузчик и основной карт. Сейчас я соберу карт и мы продолжим. В общем-то, вот такая машинка у нас и получилась. Это карт. Карт, самый обычный карт, который можете увидеть везде. Особенности машинки этой. Это рулевое колесо, которое может управлять поворотом колес, соответственно. Крутите влево, она влево, крутите вправо, она вправо. То есть для такого количества запчастей 106 это очень хорошая, интересная функция. Кресло водителя вы можете регулировать как подголовник, так и саму спинку сиденья, больше-меньше. LEGO человечек сюда влазит, но он не дотягивается до руля. Соответственно, это формат не LEGO человечка, не мини-фигурок. Сзади у нас расположен якобы двигатель, у которого есть двойная выхлопная труба, которую тоже можно поднять или опустить. Колеса все, соответственно, резиновые. Используется много деталей LEGO техника. Ну, немного, но достаточно. Деталей в наборе, я уже сказал, 106, но сделаны, скомпонованы, продуманы, они очень достаточно хорошо. То есть ничего лишнего и все достаточно крепко, надежно. Вот такая вот замечательная машинка. Набор 31030. Стоит она не очень дорого. Я думаю, в принципе, каждый может ее себе позволить. Что еще хотелось бы отметить? То, что другие наборы, точнее, другие модели этого набора, они себя не особо много чего-то представляют. Ну, простые, подгрузчик, квадроцикл, ничего сверхъестественного. Обычные такие модели. Собирать я их не буду, обзор на них делать я не буду. На этом я скорее закончу обзор этого набора. Подписывайтесь на канал на YouTube, заходите в мою группу ВКонтакте, ставьте лайки, если вам это видео понравилось. На этом спасибо, всем пока.